Київські дороги. Здесь совсем сейчас нет машин, ни грузовиков, ни легковых практически, потому что будний день, все уже на работе. На той стороне дороги. Елочки стоят. Такой лес красивый. Это наш бабушка. И машин немного солнца. А что, я ничего? Угу. Радио не будем, предупредили. Интересно, длинный он? Длинный. Разрешается обгон всем, кроме грузовиков. В конце туннеля. Ура! Яркий очень, аж глаза горит. Горы начались. Судя по карте, их он там был обозначен как один сплошной, их тут два, похоже. А потом, когда гору режем на равнине, и все уже. Туннель интересный, со снижением. 1050 метров туннель. Половина Лефортовского. Значит, тут нуднее. Да. Это нелегальный свет включает? Вообще-то да. Ты там прочитала? Я да. Не верю. И не вижу, чтобы включали. Это что-то, я никогда не поверил. Там что-то не то. Уже писал. Люди разные. Тут, да, тут не один тоннель будет еще. Ехали еще в один тоннель. Вон 7878 километров. Ой, метров. Короче говоря, почти 8 километров длиной. Боковые выходы пожарные обозначены. Наверху стрелочками направление движения показано. Полосы. Соответственно, ограничения. При самом входе висели огромные вентиляционные камеры. Такие как турбины. Я их не успела снять. Два тоннеля на каждую. То есть это две полосы в одном направлении. Да, односторонние. Ну это как в том анекдоте. А если вы не встретитесь, будет два тоннеля. Да. Вот, наверное, точно. Наши рыли. Заканчивается 8-километровый туннель. Вот они наверху, эти установки вентиляционные огромные. Такое впечатление, что это не последний туннель, потому что ограничение 80 продолжают. Да, ну значит тут их целая череда. Я думаю, 85, возможно.
сплошные леса, леса, леса. Да, опять там. Так, а этот на сколько километров у нас? Посмотрим. Везде ограничение скорости и плюс контроля радаром на их. Они предупреждают. Здесь что-то не видно от длины тоннеля. Вон он, значит, длина. 840, а маленький он. Да, 874 метра. Насквозь видно. Ну да, получается, что прорыть было проще, чем по горам. Проще, оптимально. Конец всех ограничений. Ура! Закончились тоннели. Все, сейчас разгоняем.